Я получил новые доказательства того, что само наследие является огромным хранилищем данных, еще большим, чем Александрийская библиотека. Теперь я убежден, что если найду его, то узнаю судьбу моей любимой Амелии. О, Пьер, ну ты и неряха. Вы явно любите больше собак, чем кошек. Натла обманывает своих партнеров, Пьер. На твоем месте я бы исчезла. Нет, мадмуазель. Мы с Натлой понимаем друг друга. Я нахожу для нее предметы, она мне щедро платит. Но вы ищете то же, что и Натла. Поэтому вам не верят. Я верю своей интуиции. И вот поэтому вы всегда позади. Я профессионал, мадмуазель. Я концентрируюсь на работе, и мне платят за это. Пьер, жизнь — это не только деньги. Речь не о жизни, мадемуазель, а о бизнесе. Ваша одержимость мешает вам почувствовать разницу. Она не помешала мне найти часть наследия. А как идут твои дела? Туше. Что ж, посмотрим, чьи идеи быстрее приведут к следующей части. Греки были явно повернуты на небесных телах. Думаю, фрески в этой комнате не просто украшения. Thank you.
Thank you.
Чтобы открыть большую дверь в нижней части этой комнаты, нужны 4 ключа.
Судя по всему, этот народ был высоко развит. Нет. Huh?